Всех приветствую, продолжаем знакомиться с художниками, с их работами, автобиографиями. Теодорос Врезакис, один из двух вместе с Цокосом, самый известный художник первых послереволюционных лет Греции, основатель так называемой Мюнхенской школы греческой живописи. Врезакис родился в 1814 году в городе Фивы, Средней Греции. Почти в самом начале греческой революции, в мае 1821 года, его отец был повешен турками. Врезакис был послан со стипендией как сирота в греческое педагогическое училище в Мюнхен. По возвращении в Грецию поступил в школу искусств, после чего, получив стипендию, снова уехал в Мюнхен в 1844 году, где был принят в Академии Мюнхена. Там Врезакис прожил всю свою оставшуюся жизнь. Его учителями и друзьями были такие видные художники эпохи романтизма, как Карл Вильгельм Гайдек, Петр фон Гесс, Майер и другие. В 1848-1850 годах жил в Греции. В 1855 принял участие во Всемирной выставке в Париже со своей работой «Эксодос Месалангиона». Эту картину Врезакис переписал сам как минимум два раза. Два оригинала сгорели во время пожара. В течение трех лет, 1861 по 1863 годы, расписывал греческую благовещенскую церковь в английском городе Манчестере. В 1867 принял участие в выставке в Лейпциге. Его работы почти все с греческой тематикой характеризуются помпезной и ностальгической манерами романтических художников XIX века. При жизни художника его работы пользовались большим спросом, как живое и достоверное отображение греческой истории. Многие из его работ получили широкую известность благодаря литографиям и каким-то другим воспроизведениям. Врезакис являлся одним из главных основателей новейшей поствизантийской греческой живописи. Умер в Мюнхене в 1878 году. Согласно его завещанию, он оставил все картины своего ателье Афинскому университету и 760 марок на ремонт крыши греческой церкви Спасителя Мюнхена. Вот так вкратце из переводной Википедии о художнике Теодорос Врезакис. Греческий художник и основатель так называемой Мюнхенской школы греческой живописи. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.